5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. И чтобы минимизировать негативные воздействия на мир вокруг нас, современные предприятия осуществляют свою деятельность с применением передового опыта и технологий. Действующее производство «Сибур-ПЭТ» тому подтверждение. Специалисты Сибура провели мониторинг атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны производства Сибур-ПЭТ и жилой зоны в деревне Бабачево города Твери. Замеры производились с помощью газоанализатора ГАНГ-4. Этот прибор определяет и показывает уровень концентрации токсичных веществ в атмосфере и в воздухе рабочей зоны. Основной целью предприятия в области экологической безопасности является минимизация факторов, способных нанести ущерб как окружающей природной среде, так и здоровью населения. В конце 2019 года компания утвердила стратегию в области устойчивого развития до 2025 года. Сибур уделяет значительное внимание контролю состояния атмосферного воздуха и сокращению объемов выбросов загрязняющих веществ. Проверку чистоты воздуха специалисты компании проводят как на стационарных источниках, так и на границе жилой и санитарно-защитной зоны производства. Подобные мероприятия проводятся ежегодно. В 2020 году и 2021 году на предприятии проходили проверки госорганов. Нарушений требований в области охраны атмосферного воздуха не выявлено. Экологический мониторинг воздуха «Сибур-ПЭТ» осуществляется с 2003 года, с момента запуска завода в эксплуатацию. Анализы воздуха проводятся как независимыми, так и центральной заводской лабораторией. Собственная лаборатория имеет аккредитацию на проведение таких испытаний. Сегодня мы проводили испытания атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной жилой зоны на содержание таких веществ, как динил и ацетальдегид. По результатам мониторинга отклонений мы не выявили. Экологическая миссия Сибура состоит в повышении эффективности своей производственной деятельности, сокращении использования природных ресурсов и минимизации воздействия на состояние окружающей природной среды в регионах присутствия компании.